На улице Гагарина наряду с Московским шоссе и Новосадовой очень оживленное движение. В этом году по просьбам жителей Самары и предписанию ГИБДД дорожное покрытие здесь полностью обновят. Новый качественный асфальт появится на всем протяжении – от улицы Победы до Московского шоссе – более 4 километров. Средства на ремонт выделили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Последний раз улицу Гагарина масштабно обновляли в 2014 году. По оценкам специалистов, старое асфальтобетонное покрытие выдержало нагрузку. Дорога, в общем-то, выдержала те сроки, на которые был запланирован ремонт, более чем достойно, но уже начали появляться отдельные разрушения достаточно большие и начала образовываться колейность, особенно участки в районе Советской Армии и в районе Авроры. То есть улица уже требовала к себе внимания и выполнения ремонтных работ. В этом дорожно-строительном сезоне подрядчик методом больших карт уложит новый асфальт на участке в 114 тысяч квадратных метров по всей ширине проезжей части. Работы спланируют до конца июня, но сроки зависят также от погодных условий. Уже сейчас дорожные службы начали первый этап ремонта – фрезерование на участке от Карбышева до Авроры в направлении города. Мы занимаемся срезкой существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования фрезой марки В200. Работы производим в ночное время суток, так как в дневное время затрудненное движение с автомобилями. Вместе с тем, такой подход позволяет вести ремонт без введения ограничения движения. Транспорт продолжает ходить по полосам, которые пока не задействованы в ремонте. Самарцы инициативу обновления поддерживают. Александр Усанов живет неподалеку от улицы Гагарина и по этой дороге проезжает каждый день. О всех проблемных участках проезжей части знает не понаслышке. Основные проблемы на перекрестках Советская, Гагарина и чуть ниже, около метро Советской. Ямы периодически заделывали, но то, что сейчас начали делать асфальт, это, конечно, очень радует. Примерно через неделю после фрезерования начнут укладывать новое покрытие толщиной 5 сантиметров, а также выравнивающий слой. Используют современные материалы, такие как ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Асфальтобетон этой марки включен в ГОСТ и ранее хорошо себя зарекомендовал на многих дорогах Самары. Кроме того, муниципальным контрактом предусмотрено приведение в порядок инженерных коммуникаций, а именно люки колодцев и решетки дождеприемников переустановят, подняв на один уровень с новым дорожным покрытием. В целом, в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 33 участка улично-дорожной сети города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.